Видеоролики, созданные правоохранителями с целью уберечь нас от мошенников, демонстрируются во всех общественных местах. Жителям города и области раздают предупреждающие листовки «Будьте бдительны». Но жертв не становится меньше. В региональном следственном комитете предупреждают об участившихся случаях мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Номера телефонов отображаются некорректно. Используется так называемая подмена телефонного номера. Оптимальный вариант – вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах правоохранительных структур, от имени которых вам звонят. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета, либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. Будьте бдительны и помните, необходимо позвонить по номерам телефона доверия УМВД и проверить информацию, озвученную мошенником.